Видео подготовлено онлайн-гдз.нет, задание номер 2849. В прямоугольном параллелепипеде длина на 3 см больше ширины и 3 на 3 см меньше высоты. Найдите измерение прямоугольного параллелепипеда, если площадь его поверхности равна 198 см квадратных. Пусть х см – длина искомого параллелепипеда. Тогда площадь этого параллелепипеда равна двойному произведению площади его сторон. Площадь основания параллелепипеда – это произведение его длины х на его ширину, то есть х минус 3, плюс, плюс площадь одной из его сторон, то есть длины х на высоту х плюс 3, плюс произведение второй стороны, то есть ширины параллелепипеда х минус 3 на высоту параллелепипеда х плюс 3. И все это будет равно 198 сантиметров квадратных. Отсюда 2х в квадрате минус 6х плюс 2х в квадрате плюс 6х плюс 2х в квадрате минус 18 равно 198. 6х в квадрате равно 216. Х в квадрате равно 36. Х равно плюс-минус 36, но поскольку у нас длина не может быть отрицательным числом, то плюс 6. Ответ. Ширина параллелепипеда 6 минус 3 – 3 сантиметра, длина 6 сантиметров, высота 9 сантиметров. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.